История города Семей очень тесно связана с историей Алашарты. Являясь родиной великих Абая, Шакарима, Мухтара Уэзова, город Семей в то время, в начале 20-го столетия, был истинным духовно-культурным центром, объединяющим национальную интеллигенцию. В апреле 1917 года в нашем городе проходил первый областной казахский съезд, на котором впервые поднимался вопрос о казахской автономии. Второй всеказахский съезд в Оренбурге принял решение о создании казахской национальной территориальной автономии, названной Алаш. Также был создан Временный национальный совет Алашорда, административным центром которого был избран город Семей, левобережная часть которого, ранее именуемая Заречная Слобода, в марте 1917 года была переименована в город Алаш и получила статус отдельной административной единицы. Являясь духовным и культурным центром, город Семей, так же как и Омск, Оренбург и Ташкент, был одним из крупнейших в регионе городов, стоявших на железной дороге. Таковы объективные и субъективные причины, побудившие Алашарду сделать город Семей своевременной столицей. Именно здесь собиралась вначале небольшая, затем все более набиравшая силу группа казахских интеллигентов во главе с Алиханом Бөкейханом, бросившая по всей казахской степи клич «Алаш».